Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Голди, и сегодня у нас, ребятки, новая серия. В этой серии мы с вами, наконец-то же, апнем 10к кубасиков, погнали! Итак, и немножко я, ребятки, разыгрался, реально на Розе, она мне очень понравилась, и я ее апнул буквально за часик какой-то, с 12-го на 18-й ранг, и мы попробуем сегодня на Розе также дальше апнуть 10к и, возможно, 19-й ранг. Так, посмотрим, ребят, что там по друзьям, такие неплохие пацанчики, смотрю, меня в друзья приглашают, конечно же, мы подтвердим, пока что место еще в друзьях есть, смотрите, 18 тысяч, это самый топовый теперь у меня, да, раньше был Фрог, а это был, а теперь Егор какой-то, так. Обязательно посмотрим подарочки, что там пришло на ЕМЗ плюс 5, конечно. Это подарок просто от души, ребятки. Это настолько много кинули, что просто можно обалдеть от таких подарков. Так, обязательно купим Леончику немножко этих самых, да, получается. Вот, скоро поднимем новый уровень. Ну что, наверное, мы можем с вами... Да, получается, ребятки, когда мы возьмем 10к, получается, кубков, мы с вами откроем мега-ящик. О, это будет очень круто. Вот он такой красивый, этот мега-ящик. А также откроем большой ящик. Я его совсем недавно открыл, открыл на пути славы, да. И, думаю, оставлю я его, ребятки, для видосика, чтобы открыть на видео. Вдруг что-то прикольное выпадет, и это будет приятно посмотреть на видео всем. Вот. А, ну что, начинаем первый бой, попробуем, конечно, как всегда в ШД, вот, если мы сейчас на Розе проиграем, ребятки, то потом переключимся на какого-то игрока, более такого нубского. Погнали. Да, ребятки, прошлое видео было конкурс на 170 гемасиков, и там, наверное, человек 20-25 уже написало, я участвую, я все выполнил. Одним условием на участие было привести 10 подписчиков. И все пишут, что я все выполнил, но, ребятки... Как было там, в принципе, без изменений подписчики, поэтому все меня обманывают, поэтому, ребятки, будьте добры, давайте так, кто приводит 10 подписчиков, то хотя бы какие-то скрины давайте мне присылайте, да? Ой-ой-ой, перепутал, я думал это... О, отлично! Ай-яй-яй-яй, чуть-чуть заговорился, я думал это... О, сейчас она ультанет, есть, я так и знал, что она ультанет. Вот так, отлично, о-о-о-о, опасно, ухожу! Вот черт, капец, блин, уходил же нормально, вроде уходил под углом и не совсем получилось. Давай, бери, мочи его, что ты не бьешь? А, он, наверное, ждет, пока у него останутся патроны. И вот так он всех раскидал, красавчик, напарник у нас неплохой получился. И вот это Биа, крыса, которая меня убила, да? Сейчас я попробую, сейчас я ее, конечно, раскидаю. Зря ты тут ко мне подбежала. О, офигенно получилось, вот, как-то она, по-моему... Наверное, мне кажется, что она не увидела, что я в кустах там появился, потому что, ну, реально, надо быть нубом, чтобы подбежать, да? Вот, поэтому, ребятки, кто участвует в конкурсе, напомню, пожалуйста, вам нужно, те, кто приводит подписчиков, обязательно вы должны как-то это мне хоть скрином подтвердить. Также у вас должен быть стоять колокольчик, вы тоже мне будьте добры, пришлите скрин. Все общение может происходить, ребятки, в DS-сервере, как-то так, можете... Вот черт. Можете в личку, ну, в личку там написать. И, короче, я все увижу. Правда это или не... Ой-ой-ой, вот это я тупанул, я не видел, что там это Шелли получается. Нет, не иди туда! Черт, у нее 11 кубков, и это достаточно опасно. Достаточно очень опасно. И, походу, все-таки будет второе место. Уходи, красавчик. Ой, она сейчас... Ой, как он ультанул. Ну, вообще, нам очень повезло с напарником. И просто офигенно. И он вытянул нам первое место. Круто. Вот, а также, есть, 19 ранг уже, а также, ребятки, одно из условий еще дополнительно, вы должны вот этим видосиком про конкурсы поделиться где-то в любую сеть, то ли в WhatsApp, то ли Viber, то ли, короче, Facebook, Instagram, что угодно, вы должны поделиться, поделиться видео. И, короче, мне нужно это тоже скриншот такого прислать. Ну что, ребятки, смотрите, первый бой офигеннейше получилось выиграть. Мы взяли 19 ранг, нам осталось всего лишь 3 кубка. И, короче, сейчас, если мы выиграем, даже хотя бы второе место будет, то у нас будет, наконец-то, долгожданный 10 тысяч трофеев. Это достаточно неплохой уже результат. Погнали! Так, с нами играет, ребятки, бутылочник Станюшкина. Ох, и ник у него-то такой серьезненький, да? Так, сейчас мы быстренько попробуем пооткрывать все ящички, как можно больше, как всегда. Это по стандарту, то есть, чем больше вы открываете ящиков, тем больше шансов у вас на какие-то потом успехи в игре. Ой, как все хорошо получилось! Не достал я до нее, сейчас попробуем Биби, да? Блин, они все...
Вот черт. Теперь надо отходить. Теперь реально надо отходить. Я чуть-чуть не увидел, что там стоит роза стояла, да, вражеская, вот. И она меня немножко... А, отличненько, вот сейчас мы возьмем хоть одну баночку еще. Черт, наверное, надо мне помочь там этому своему напарнику. Надо эту догнать курицу. Куда ты убегаешь там, подруга? Ладно, давай, наверное, попробуем, чувак. Давай, наверное, попробуем убить этого монстрика. И нам упадут еще три, как бы, неплохой результат. Упадет три... А, вот эта мышь лезет, да? Она меня сейчас ультанет, ребятки, она меня сейчас ультанет. И, короче... вот, блин, что происходит? Ну, капец. На грани было. Черт, ладно. Этот бой таким и слили, минус 4. И теперь, ребятки, нам не повезет, не поможет нам выиграть один бой. Теперь опять нужно выигрывать два боя, да? Опять же, даже второе место нам подойдет. Ну ладно, давайте более внимательно попробуем поиграть, потому что чуть-чуть я там заговорился, отвлекся на робота и не совсем помогал своему напарнику. Так, в этот раз, ребятки, мы играем с Джесси, какой-то репер. О, ник такой прикольненький. Есть, две баночки взяли, сейчас попробуем третью, не успеваем взять третью. И против нас тут бегает, смотрю, два снайпера, тупо два снайпера. Это неплохо, неплохо. И сейчас нужно как-то... Черт. Мне кажется, нужно еще было бы, конечно, самое разумное, это нужно побегать, еще поискать сундуки, если они вообще присутствуют. Но, походу, их нету, ребятки. Вот черт. Там Макс бегает и Биа, да? Пока что... О, уже 4 команды получают. О, давай попробуем разбить этого монстрика. Отлично. Ну что ж ты будешь делать? Черт, она еще и ультанула. И ультанула очень по-нубскому. Уходи. Блин, он, конечно, успел убить тому 9-баночного Дэрила, но банки мы не взяли. Вот капец. Немножко пошло не так, как хотелось. Ну, ничего, сейчас, походу, мы... Думаю, разобьем этого, если нам не помешает Макс с 12 банками. Это просто капец. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Боже мой, ну что ж так не повезло-то, а? Стреляй еще раз, стреляй. Черт, ну третье место, ладно. Третье место, это походу, это 0 кубков, да? Блин, сложно. И вот мне почему-то хочется, ребятки... Тупо на этой розе взять. Не хочу никем другим, потому что я уже немножко разыгрался. Все как помнят, ребятки, у нас уже очень много бойцов. 31 из 33, поэтому выбор огромнейший. Но почему-то я хочу взять именно на розе. Так что, давайте. Так, ну что, ребятки, начинаем наш третий бой. Получается, первые два боя более-менее сыграли. И нам еще нужно чуть-чуть пофармиться. Сейчас, если, короче, проиграем еще раз на этой розе, то, наверное, надо будет менять игрока. Потому что это что-то, я смотрю, подзатянется немножко, да? Я думал, чуть-чуть будет это все быстрее. Он там, я увидел, там был коробочка была, а Рико пошел сюда, везунчик. Бери коробку, банку, и там вот еще одна есть банка, наверное, его сейчас убьют, короче. Ну, извини, потому что... Давай, я надеюсь, он придет ко мне. Очень хочется уже взять эти 10 кубков, и это будет реально круто. Да, ребятки, совсем скоро на канале будет 5000 подписчиков, как-то так, и это уже неплохая цифра. Но в последнее время немножко чуть-чуть упали просмотры, хотелось бы... Чуть побольше просмотров. Ой-ой-ой-ой-ой, ребятки, вы видели этот? Там 11. Это просто капец какой-то. Это просто какой-то капец. Что я вам могу сказать? Есть, отлично получилось убить. И у нас уже борьба за первое-второе место. О, как круто. Офигеть, огромная плантация была банок. И там, короче, враг на них хотел пойти. Но я тоже на них побежал, начал его прессовать. И круто получилось, офигенно. Плюс 9. Ну что, давайте посмотрим, сколько у нас там не хватает. А ладно, этот чувачок хочет еще разок сыграть, да, и поэтому давайте их сыграем. Да, ребят, если кто-то нас новый смотрит на канале, большая просьба сразу же подписаться, поставить лайк, как бы помочь мне, простимулировать меня, скажем так. Чем больше лайкосиков, чем больше просмотров, тем качественнее и чаще будут видосики. Вот, как-то так. Ну что, это, походу, сейчас последний бой. Если мы, ребятки, выигрываем, будет наконец-то 10 у нас тысяч, да? И будем потом апать следующую, 11 тысячу. Вот, черт, моего напарника где-то прибили. Я даже не успел увидеть, где и что теперь делать, не знаю. Ладно, подождем, пока он появится. Я не совсем понял, что он, ребятки, захотел со мной еще раз поиграть. В принципе, я писал, что у нас офигенно... А, вот тут, походу, его убили, да. Офигенно удачный бой у нас был. Ой, сейчас я его, круто. Ай-яй-яй-яй-яй, он сейчас меня убьет. Фу, он ультанул, и, короче, он нубанул, сам виноват. Так, сейчас мы отрегенимся и начнем их, короче,
окружать. Думаю, его нужно окружать. Сейчас у него появится, конечно же, напарник его, да? Вот так вот провоцируем его на выстрел. И, короче, он сейчас сам будет выходить. Пускай они к нам сами выходят под... Получается, под туманчиком, да? Они уже немножко... Ой-ой-ой-ой, есть, получилось, этого убили. И теперь, вот черт, он сейчас кинет, походу, в банку. Так и знал, что он кинет эту банку. Так, я, наверное, буду уходить, ребятки. Нужно немножко подрегенить своей жизни. Не буду пока бить, потому что... Да-да-да, чувак, кидай. Я думаю, зря ты это все кидаешь. Сейчас у меня появится напарнюха. Вот, мы берем еще 3 баночки. И теперь, ребята, вам всем просто без шансов. Ну, теперь, я думаю, нужно его просто догнать и уже убить, потому что он меня надоел. Сейчас он кинет эту бочку, стопудово, я так и знал, что он ее кинет. Ну что, помогу, наверное, я своему напарнику. Ладно, дадим еще время этому чуть-чуть побегать, поиграть. Ну, что ж ты будешь делать, ну? Ребята, вы посмотрите, что происходит. Это просто капец, это просто он меня закидывает, смотрите. У меня 22 банки, нифига себе, и мы никак не можем, короче, разобраться с этим пассажиром. Ну вот думаю, сейчас ему там будут вафли, вот, его робот сам убил, как-то так. Вот так получилось, крутой бой, такой очень красочный, яркий, да? Мне понравилось, офигенно. Мы, как бы, получается, почти взяли, ребятки, 20-й ранг нашей розе. Нужно еще 30 кубков. Ну что, давайте посмотрим, сколько же есть. Я вас поздравляю и себя, ребятки, поздравляю. Мы взяли 10 тысяч кубков. Оу. И реально то, что стоит у нас в клане, смотрите, необходимый трофей 10 тысяч, то есть это все по-честному, потому что у президента клуба уже тоже есть 10 тысяч. Вот, как видите, нас двое покинуло, как-то не сидится ребятам походу, да, что-то, видать, где-то есть что-то лучше, поэтому вы можете, ребятки, воспользоваться шансом. Вы можете сейчас, прямо сейчас после видео зайти в клуб наш, потому что у нас в данный момент есть 2 свободных места. И, как видите, у нас 1 137 000 кубасиков. Это достаточно неплохо. Так, с нами здороваются, поздороваемся тоже. Ну что, теперь самое интересное, ребятки, попробуем открыть эти мегаящики, да? Когда начнем с большого ящика. Итак, что же нам выпадет? Что же нам выпадет? Давайте смотреть. 3 предмета. Походу, ничего не выпадет. На мистера Пи мы сможем его улучшить, конечно. Но у меня пока что голяк с деньгами. Наверное, нужно чуть-чуть задонать. Хотя, недавно смотрел видео. И там, ребятки, какой-то ютубер говорил, ну, это просто самые последние нубы за гемы покупают золото, да? То есть, это реально очень жалко, очень выкинутые деньги. И лучше их вообще на золото не тратить, а просто фармить, ждать, пока вы их набьете. Ну что, теперь самое интересное, ребятки. 10К, и это мега ящик. И мы сейчас нажмем кнопку... Забрать! Погнали! И тут, конечно, более чем уверен, опять 5 предметов. Фу. С моим проклятым в последнее время очень плохое везение у Голди, вот. Но вы все равно, ребятки, кто хочет, копите 100 ящиков. Я на вашем аккаунте открою 100 ящиков. Я думаю, что если я буду использовать чужой аккаунт, то везение Голди придет. Потому что реально вы сами видите, что уже 31 бравлер, и как-то раньше у меня везение было, да? Ну что, посмотрим, что здесь. Всякие ништяки. Ну, это тоже круто. Мы наконец-то взяли 10 тысяч и теперь будем двигаться дальше. Получается, еще на 11 тысячах еще будет один мега ящик. И, в принципе, совсем скоро. Всего лишь 1000. Вот, как-то так. И, да, ребятки, напоминаю, что, смотрите, у меня уже 69 боксиков есть. Осталось совсем немножко. Я думаю, до выходных мы их дофармим. И скоро будет новое видео, ребятки, по открыванию 100 боксиков. Ну, вот такой был сегодня видосик, ребятки. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди будет только круче. Всем пока-пока.